Господа, не устаю напоминать, что сегодня на этой выставке настоящий профессионал своего дела. Начиная от фотографов, декораторов, людей, которые сделают ваш праздник незабываемым. Обязательно подходите к любому стенду, просите весь материал, скидки, щупайте, трогайте. Резинки, особые предложения. У нас сегодня практически весь бомонд, сливки, пенка на варенье представлено здесь, на этой прекрасной выставке FunExpo 2014, и вы можете сегодня собрать не только хорошее настроение, но и уйму спецпредложений. Господа, наверняка вы все смотрели голливудские фильмы, какие-то изобилующие спецэффекты. Сегодня у нас около сцены безостановочно работает кран. Кран, который снимает видеоматериалы сегодняшнего праздника. Во-первых, кран, который монтировал всю эту выставку, а сейчас он монтирует видео. Который строил гостиницу «Вега», этот кран. Это тот же самый кран. Да. Но, тем не менее, есть еще и напрямую камера, которая уставилась буквально в нас. Работает? Да, все снимает напрямую. Кроме того, еще есть несколько прекрасных ребят, которые имеют свой определенный бренд, зарекомендовавшийся не только в Самаре, в Самарской области, да что там, в Москве уже поговаривают про samaravideo.ru. Друзья, запомните, запишите этот прекрасный факт. Одни из лучших профессионалов в сфере видеографии. Те люди, которые занимаются съемками и документальных, и художественных фильмов, конечно же, ваших событий, мероприятий, свадеб, открытий, презентаций, samaravideo.ru. Не стесняйтесь, зайдите на сайт, вы будете, мне кажется, приятно удивлены. Вообще, Самара видит подарком. Шикарный уровень, да простите меня, Рустам Нурмамедов. Итак, друзья мои, идем дальше. Что у нас есть от Самара видео? Подожди, я краем глаза увидел скидку. Да не, это не скидка. Это точно? Подарочный сертификат. Подарочный. Как так? Этот сертификат дает правообладателю на скидку в размере 2000 рублей. Я правильно тебя понимаю, что человек или пара, или люди, у которых какой-то праздник, они берут этот сертификат, подходят к выставке Самара Видео, говорят, ребят, очень хочу снять день рождения ребенка, у меня есть, что вы можете мне предложить? Скажешь, конечно, конечно. Кроме того, что они будут приятно удивлены, они скажут, слушай, ну это же здорово, потому что можно не только снимать себя любимых, но и подарить, я правильно понимаю, друзья, видеоподарок. Видеоподарок, открытку, переслать ее по интернету своим близким и друзьям, и вы насладитесь этим прекрасным видео вместе, и вам придется отвечать ВКонтакте. Слушайте, а кто вам записал, смотрел это прекрасное видео? А я вам скажу, samaravideo.ru. Перейдем. Так, ну что, у нас еще есть два сертификата, но эти сертификаты мы разыграем не в лотерею. Два. Нам очень важно, друзья, записать сейчас видеоролик. Кто готов на камеру произнести простое одно предложение? Ребята, я люблю samaravideo.ru. Все, просто и сразу сертификат вам. Да. Камера здесь. Привет, как тебя зовут? Идем сюда. Именно поэтому мы работаем в дуэте. Я с более взрослыми, он с более. Да. Ну, я аниматор. Да. Как тебя зовут? Настя. Видишь вот это маленькое-маленькое окошечко? Что сказать, ты знаешь? Вот здесь птичка. Я люблю. Нет, ну это понятно, я тоже люблю прекрасный город. Надо сказать так, я люблю Самара Видео. И вот так, и палец. Да? Нормально вот, будет? Да. Давай. Вот сейчас, вот дядя Максим. Между нами. Вот дядя Юра. Сейчас смотришь вот в камеру. Я пока... Смотри в камеру. Внимание, тишина, мотор. Я люблю Самара Видео. Гениально! А видел? Я люблю Самара Видео. По-народному говорит. Пойдемте, друзья, пойдемте, я вам покажу, что нужно сделать. Отбейте свой полтинничек, ребят. Да, что там? Префицит можно. Слушайте, а сколько стоит билет на выставку, кстати? Сколько стоит билет на выставку? 50 рублей с человека. Вы отдали 100 рублей, но сейчас 1900 сверху получится. Камеру, мотор. Я люблю samaravideo.ru. Запомнили сайт, аплодисменты. А, у вас свадьба уже скоро, да? И какого числа? 16 августа. Я не знаю, как распорядиться ваша судьба. Возможно, именно Самара Видео будет работать на вашем мероприятии. Но если нет, можно снять и второй день, и предпати. И это рождение первенца в том числе. И выписку. И праздников. Да, ладно, я понял. Дайте поаплодируем. Спасибо, ребят. Хорошего вам настроения. Молодцы, что принесли. Спасибо. Ну что? Погоди, здесь было еще 15 августа. Две сим-карты, телевизор. И не 15 августа. А вы не знаете? А вы знаете, у кого 15 августа? Кого? У кого? А? Не томи. А? Извините, вас там зовут? Я просто у вас провожу ненадолго. Пойдите. Что-то не хлопает тут никто, я вообще не понимаю, когда красота выходит на сцену, никто не хлопает. Здравствуйте. Я сейчас вас, так сказать,
обволоку своим любовью, счастьем, хорошим настроением, в отличие от Максима, я более дружелюбный. Давайте зададим вопрос, который интересует сейчас всех. Это настоящее золото? Спасибо. Да. Ладно, так, давайте к делу. Все, идемте к нам. Смотрите, ситуация очень простая. Честно, вот просто пока нас не снимают, пока еще нет съемки, вам охота 2000 рублей? Кому не охота? Это нормальная реакция человека. Жалко себе забрать нельзя, но тем не менее, что делать вы знаете, да? Максим, повтори фразу. Все просто. Вы смотрите в камеру и говорите одну простую фразу. Я люблю дуэт «Январь». Я вам сразу сертификат даю. Прям держите. И сейчас... Я знал, что честный человек. Честный человек. Итак, смотрим в камеру. Все. Я люблю дуэт «Январь». И все. 3, 4. Я люблю дуэт «Январь». Ю-ху! Мы вас поздравляем. Спасибо вам большое за ваше отличное настроение. Максим, но у нас же есть маленькая, но очень важная проблема, с которой мы хотели бы обратиться к вам, уважаемые гости. Все те, кто пришли сюда на выставку, они могут получить, во-первых, скидку лично от нас. Да, Максим, мы обговаривали этот момент. Во-вторых, нам, ну, знаете, нужно, чтобы нас красиво объявили. Первый вопрос. Как вы думаете, почему дуэт «Январь»? Вот что за название «Январь»? Что, почему? Как думаешь ты, скажи честно? «Январь»? Фамилия, может быть. У кого-то. Просто слышь. Тот человек, кто выиграл в карты, да? Есть такой. Ладно, твоя версия принята. Мой юный друг, как вы думаете, почему дуэт «Январь»? Может, потому что вы зимой познакомились друг с другом? Зимой познакомились друг с другом. Есть долика правды в ваших словах. Есть. Здравствуйте, все хорошо у вас? Вопрос простой. Почему дует январь? С чего вдруг? Может, ее любимый месяц? Любимый месяц. Слушайте, ну, так. Познакомились в январе в поезде. Неверно. Аплодисменты нашей первой команде из Греции. Хорошо, спасибо. Чепан! Вот что значит прийти с соседями на праздник. Вот что значит привезти